Раз. Ой. С вами корреспондент Серёжка. И до вас у меня хорошие новости. Уже летом там в Украине будет это виз. Любой житель Украины это сможет в Европу поехать бесплатно. И будем надеяться, что президент от Порошенко сможет сделать быстрее. Ну чё бы мы люди не смогли этим летом ехать отдыхать. Короче, будем им следить за... Ну дальше следить будем. С вами был, как всегда, корреспондент Серёжка. Всего доброго.